В администрации города рассказали, как будет организована работа общественного транспорта в новогоднюю ночь. Автобусы и троллейбусы будут возить пассажиров с 10 вечера 31 декабря до 4 утра 1 января. Специальные маршруты организуют к местам проведения праздничных мероприятий. От улицы Кирова в Новоавятском районе до Театральной площади. Ночью в рейс выйдут также автобус номер 23 и троллейбусы номер 1 и номер 8. Стоимость поездки с 10 вечера до 4 утра составит 40 рублей. Электронные транспортные карты всех категорий, в том числе льготные, будут недействительны.